Ребята, всем привет! Сегодня играем в МК Solana Edition. Сегодня необычный у нас необычный выпуск. Мы сегодня будем с вами играть парами выживания. Пара у нас сегодня будут все персонажи в этой игре, которые есть в МК-1. В общем, пары из МК-1. Я себе тут уже понавыписывал. Значит, турнирный режим. О. Поехали. А первая пара у нас будет Джонни Кейдж и Лю Кэнг. Лю Канг, как хотите называйте. Поехали, посмотрим, кто докуда дойдет. Тяжело. Давайте фаталочку-то попробуем сделать. Классическая фаталити. Три раза вперед, хайпанч. Ну да, классическая, не спорю. Так, сабзирчик, да? Ой-ой-ой. Так, погнали дальше. Нес фаталити. Три раза вперед, лоу панч. Это он пяткой своей дырку сделал. Так, я пока напишу, значит, Кейдж и Люк. Так, как вот этот прием у него делать? Назад-низ, назад хайпанч, я запомнил. Так, следующую фаталочку делаем. Клосс. А, либо вбли... Короче, расстояние, так понимаю, между близи и свипом. Да? Назад-назад, вперед блок. И... А, вот такую фаталку я, кстати, не видел. Хорошо, у нас уже пятый. Так, я что-то тут еще привидел. Ну ладно. Но не получается. Короче, Лю Канг пошел следующий. Найс. Сейчас комбо бы еще выучить у него. Было бы неплохо. Так, у него есть фаталочка из МК-1, где, короче, этот автомат аркадный с Mortal Kombat выходит, падает. Вот она, плей МК-1. Чуть дальше, чем расстояние прыжка. Вперед-вперед, назад лоу-панч.
играть. Отлично. Почему-то здесь... А, восьмой раунд. Это побед у меня 6 получается. Так, вот это сложно будет сделать. Прыжок и чуть дальше прыжка. Опять же, да? Вперед, вверх, назад, вниз. Вперед, вверх, назад, вниз. А я сделал что-то другое. Я френдшип сделал как-то. Я, получается, что-то бег. И назад, и вперед, и вниз, и вверх нажимал. Ну ладно, поталка не получилась. Ай-яй-яй-яй, не бей. Ну ты падла, конечно. Так, какой там был у нас? Подожди, 8 побед, а раунд-то какой был? Так, это надо пересмотреть. Так, следующая пара у нас будет Соня и Рейден. Так, Соня и Рей. Соня и Рейден. Так, Соня и Рейден, окей. Погнали. Это будет очень сложно. Охрененно. Я даже комбо не знал Рейдена. Так, у него, наверное, комбо ногами, как у Рейдена со второй части. Сейчас проверим. Нет. Так, смотрим фаталочки. Ух, классическая фаталити. Outside sweep. Вперед, назад, назад, high punch. Изумительно. Мое почтение просто. Так, четверка. Четвертый раунд. Так, что у тебя вообще из приемов есть? Торпедо. Электрошок, high punch зажать. Так, четвертый. Давайте, следующая пара. У нас будет Шансунг и Кано. Значит, Самс и Кано. Но это будет сильно, особенно Кано. Самс это вообще ни о чем сейчас будет. Так, попался. Так, я морфа забыл. Здрасте!
Так, я не посмотрел, какой это. Третий. Так, хочу фаталити светофора сделать. Как это делается, непонятно, но у него аж 4 фаталити. Ой, что-то сложно. Зажать хайпанч, давай второе попробуем. На 2 секунды. Горо. Хорош. Так, 5-й, да? А, 4-й только. Вот так, потому что некогда церемониться, надо быстро зажимать. Сейчас вот это будет неприятное. Так, давай что-нибудь еще попробуем. Третья фаталочка. 3 раза вниз, лоу-кик. Светофоры. Это кто? Чего? Что за монах какой-то странный? Так. Шансунг удивляет. Так, первую давай пробовать фаталку. Это очень сложно будет. Зажать low punch, бег-блок. Так, бег-блок. Не получилось. Точно low punch там и точно бег-блок, да? Хрен его знает. Сейчас еще раз что-нибудь попробуем сделать. Ай! Хотел нажать этот. Ой, я сбился. 9-ка, да, уже? Девятка. Окей. Так. Так, что там, 10-ка? А, 11-й уже точно. Ну, Кана мощный у меня. Так, 12-й.
12-й, да, я сказал. Наверное, Скорпион и Саб-Зиро. Так. Сабс и Скорп. Сабс и Скорп. Потом у нас еще последняя пара будет и Гору под конец. Но это будет смешно, конечно, Гору. Комбо что-то как-то... Что-то не очень. Так, смотрим. Классическая фаталити. Это, наверное, когда он позвоночник выдирает. Вместе с головой. Вперед, вниз, вперед, хайпанч. Да. Окей, идем дальше. Так, смотрим. Вперед, вниз, вперед, лоу-кик. А-а-а. Просто такой вот так вот сделал и рассыпался. Что-то с комбо у меня какие-то проблемы возникают. Так, посмотрим комбо. Хай-панч, хай-панч. Лоу-панч. Панч. У него еще есть комбо длинное. Я делаю какой-то хай-панч, хай-панч, лоу-панч, назад хай-кик. Вот надо сейчас попробовать сделать. Так, это я понял. Хай-панч, хай-панч, вниз хай-панч. Так. Кану, что сделаем? Бруталку... Ой-ой-ой, как далеко отходит вертушка, просто ужас. Так, пятый, да? Опять Кана? Так, бабалити есть, вперед-назад, лоу-кик, есть, анималити только нету, да, вроде, насколько я там видел. Так, мне надо срочно комбо с панчапом. Тихо. Комбо с панчапом. Хай-панч, хай-панч, вниз хай-панч, это что-то другое. Хай-панч, хай-панч, лоу-панч, лоу-кик, хай-кик, назад-кик, ё-моё. Ну, походу, хай-панч, хай-панч, вниз хай-панч я делал. Так, чё может... А, анималити есть. Эни написано. Но нету мерси, значит, у него, по идее, анималити так сработать должен. Назад, вперед, хайпанч. Нет. Баги.
Да, оно простое. Ладно. Восьмой. Ой, Гора, вот мне чё... не хватало. Это изи. Так, девятка, да? Так, пока посмотрим, что еще у него есть. Ice Clone мы делали. Power Blast назад. А, вниз назад High Punch. Что-то не работает. Тихо. Так, мерси нету. Ладно. Как оно делается, хрен знает. Сделаем френдшип тогда следующему. Хотя Кану я бы не делал бы френдшип. Иди сюда. Так. Polar Blast. Что такое? Вниз-назад High Punch. А, вот чё. Я понял. Это надо ещё научиться использовать. Так. Что? Рекорды побили уже, да? Можно и расслабиться, как говорится. Ах! Чуть-чуть! Ну ладно, там у меня есть имба. Ты шо распоясал? Куда ты там собрался? Вот это сложно уже будет. С топ-тиром, блин, драться еще и с
Ultimate МК. Жестко. Так, надо написать, какой там у нас. Пока что 16-й, да? Шестнадцатый все-таки. Так. Следующая пара, это у нас сегодня крайняя будет. Рептайл и Хамелеон. Потом Гора будет. Ну, Гора, я думаю, и первая не пройдет. Эй, алло! Жестко. Вообще что-то прям уничтожение идет полное какое-то. Так, Пит. Обязательно Пит. Тяжело пока что идет. Хотя, казалось бы, репа. Так, пока троечку поставлю. Так, поехали. У репа, кстати, что репа с первой МК, что репа с Ultimate, фаталки я вообще не могу делать. Но здесь это вообще тяжело. Так, ну вот давай попробуем что-нибудь сделать. Расстояние прыжка. Назад-назад, вверх-вверх, хай-кик. Вот, пожалуйста. Точно назад-назад или вперед-вперед, что-то. Сейчас посмотрим сразу. Вперед-вперед, вверх-вверх. Не получается. Так, сейчас шестерочку поставлю пока. О, неужели? Первый раз получилась фаталка репа за МК-1. Ага, вот так я на твое говно дешевое куплюсь, да? Тихо! Так, там Хамелеон еще, но я в него как-то не особо верю. Окей. Сколько у нас? Почти 40 минут.
О, почти 31 минута. Так, давай что-нибудь другое еще попробуем. Так, фар, это далеко. Назад, вперед, низ блок. Не получилось. Назад, вперед, низ блок, да? Ясно. О, ребята! Я аж от страха комбо забыл. Так, сейчас 11-й пока напишу. Ах ты по... А чё ты не бьёшь? Так, вверх-вниз хай-кик. Так, вперёд-вперёд, вниз хай-кик. Не успел. Хотел третью уже попробовать фаталку сделать. Ну ладно. Почему не получается? Да вот оно. И вот интересно, что он делал? Эта фаталка только в инвизе работает. Так. Так, 14, да? Слушай, ну пока что идут нормально. Саб-Зиро и Скорпа догоняют, они у нас 16-й. Да что такое? Шерсть лезет в глаза, ужас какой. Там у нас еще хамелеон как бы есть. Рано или поздно он тоже будет играть. Так, что мы не делали?
Мы анималити не делали, да? Но это надо сделать мерси тогда. Так. Мерси, понятно. Анималити. Три раза вниз. Вверх, хайкик. Три раза вниз, вверх, хайкик. О! Кто? Лягушка? А. Ни хрена себе там жаба. Анималити. Хорошо. Розовый блейз. Ничего, конечно, против розового цвета не имею, но что это было? Охренеть. Так, 17-й, да? Да вы издеваетесь. Ладно. Охренеть. А, блин, зачем подошел? Это Горо. Сейчас будет смешно. Как бы он первый бы прошел. Первый, да? Иди сюда. Горо есть фаталочки, да? Все со свипа. Лоу панч держим 3 секунды. Иди сюда. Жестко. Куда собрался? Так. Что там происходит? Ой, там кот бедокурит. Фаталка 2. Значит, также со свипа 4 раза вверх, хайкик.
Так, 4 раза вверх, хай-кик. Вот это жесткая фаталка. Так, третий, да? Я считал, по-моему, неправильно все это время. Вообще неправильно считал. Так. Вперед-вперед, хайпанч у него есть. Это захват, я так понимаю. Назад-назад, лоу-панч. Ладно, это сейчас мы походу посмотрим. Комбо даже есть у горы. Так, вперед. Вниз-вниз, вверх, хайпанч. Охрененно. Что-то не так я делаю, ладно. Так. Назад-назад, лоу панч. Что-то у него есть. Так, у нас вторая, да, не получилась фаталка? А, третья. Вперед, вниз-вниз, вверх, хайпанч. Наверное, в блоке надо делать. Вперед, вниз-вниз, вверх, хайпанч. Вперед, вперед, вниз-вниз, вверх, хайпанч. Не получается. А, блин. Здорово. Да, жизни, конечно, Шаукану отнимает. Так, что у тебя там еще есть? Назад-назад, вперед-вперед, лоу-панч. Вот это мощная авиация. Куда ты собрался? А бруталка есть у тебя? Нету, да? Так, что тебе сделать? Назад, вверх, вверх, вверх. Назад, вверх, вверх, вверх. Вперед. Как это работает? Так, что там еще есть у тебя? Так, землетряска как-то есть вниз. Назад хайпанч, наверное. Хрен его знает. Вот так поделаем немножко. Так, восьмой, да? 8 побед у нас. Как же делать эту фаталку-то? Ладно, давай с расстояния шага. Назад, вперед, назад, блок. О! Так, а интересно, у него есть фаталка, когда он сверху так бесконечно прыгает до костей, или это только у Кентарика есть? Так, что-то есть еще у тебя? Да все. Крутиться ты тут не умеешь, я так понимаю. Ну да, я тут уже все делал. Хайпанч, хайпанч. Лоу-кик, вперед, хай-кик. Вот это комбо можно попробовать. Хай-панч, хай-панч, лоу-кик.
вперед хайкик. Так, пробуем. Мерси сначала, потом анималити. Теперь анималити пробуем. Назад, три раза вверх, вперед. О! Охренеть! Это кто? Так, ну когда за гора приемы знаешь, уже есть уверенность. Вот, что-то туберкулезом заболел, что ли. А, ты крутиться умеет он. А как крутиться? Подожди, алло. Розовый Шнайдер. Куда ты собрался? Как эту закрутка-то должна быть у него? А, вот, подожди. Назад, назад, лоу панч. Вперед, вперед, хай панч. Это захват. Так, третью фаталочку мы все-таки не можем сделать, да? Вперед, вниз, вниз, вверх, хай панч. Вперед. Вперед, вниз, вниз. Вперед, вниз, вниз, вверх. Хай панч. Сейчас попробуем. Иди сюда. Так. Вперед, вниз, вниз, вверх. Хай панч. Во! А, ни хрена себе! Мое почтение, как это красиво выглядит. Так, давай, у нас рекорд 17 там, да? То есть бруталити нету, можно комбо сделать. Я так понимаю. Ой, сейчас я тебя в углу зажму. Меня что-то выбесило. Так, я походу неправильно считал. Ладно, на монтаже уже посмотрю. Вот этот удар вообще двойной просто отнимает. С микрофона, блин, летит прям в нос. Как это жестко. Когда пылесос сломанный, это жесть. Иди сюда. Чё? 16-й? Гора даже рекорд не побил.
Ладно, я сейчас на монтаже посмотрю, кто победил. Мы это оставим. В следующем видео мы будем играть за юнитов, за бойцов из МК-2. Надеюсь, видео такого формата вам понравилось. Вы подписаны на вот этот канал. Если нет, то подпишитесь. Комментируйте видео, ставьте пальцы вверх. Всем, ребята, пока. Пока. Ну, взлетаем вот так вот.